Всем привет, друзья! Ну что, готовы к шокирующим новостям из криптоиндустрии? Последний ролик такого формата был 3 месяца назад. Очень многое изменилось с тех пор. В общем, устраивайтесь поудобнее. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Погнали! Начну я с нашумевшего проекта Step Up, вообще с нашумевшей темы NFT-кроссовок. Вот мы заходили в проект, зашел я на $1300, на $1300, и сейчас эти деньги превратились в $178 000. Вот такая сейчас реальность. Давайте в двух словах расскажу, как это все работает, потому что многие до сих пор не понимают вообще, что это такое. В общем, началось все с проекта Stepn. В двух словах, как это работает? Вы скачиваете на телефон приложение, покупаете там виртуальные кроссовки. Виртуальные кроссовки, бегаете с телефоном и зарабатываете деньги. Вот и все. Можно эти кроссовки качать, можно эти кроссовки продавать. И до недавнего времени вы могли окупить эти кроссовки за 1 месяц. То есть покупаете вы кроссовки условно за $1000 и через месяц отбиваете свои вложения. Совсем недавно была тема Play to Earn, ну она уже существовала давно. Играй и зарабатывай. А сейчас уже тема Move to Earn, двигайся и зарабатывай. Друзья, для наших родителей все это, ну, из области фантастики, да, они до сих пор не хотят понимать это, не хотят принимать это. Вот почему я говорю, показывайте такие видео своим родителям, пусть поймут, в какой реальности мы живем. Пусть начинают это принимать и двигаться в ногу со временем, потому что, ну вот, старые модели, да, нужно хорошо закончить школу, чтобы получить хорошее образование, чтобы получить хорошую работу. Эта вся тема уже давно не работает, она уже давно не актуальна, сейчас новая тема. И нужно поощрять, да, ребенка, который в этом разбирается. Сейчас вот что творится, да, вложенная 1000 может превратиться в $178 000. Вот новые данные, записал транзакции уже $180 000. И понимаете, родители все равно, не знаю, не принимают это все. Вот реально не принимают это все. Вот помните, я рассказывал о парне, да, из закрытого канала, который заработал $500 000, и все равно отношения с родителями не улучшились. Родители знают, сколько он зарабатывает, и все равно отношения не улучшились. В общем, обращаюсь ко всем. У нас есть 2 пути, помните, я объяснял. Вы либо эту тему не принимаете, отвергаете ее и жалуетесь, либо идете в ногу со временем и разбираетесь в этом. Вот и все. Есть только 2 пути. А мир будет ускоряться, мир будет развиваться. Мы уже не будем жить в той реальности, в которой жили еще там 2 года назад. Все. Все давно ушло. Мир давно изменился, и вот эти вот старые модели, а вот раньше было лучше. Все, раньше было раньше, а сейчас новая реальность. Это просто нужно понять и принять. И вот такие вот темы не нужно пропускать. Есть какая-то тема, влетайте, разбирайтесь, влетайте, разбирайтесь. Я всегда это объясняю. Смотрите, на начальных этапах это вообще не требует от вас никаких вложений. Вы просто разбирайтесь, как это все работает. Просто, ну, интересуйтесь данной темой. Вот этот проект, например, Step Up, вот мы в него заходили 14 апреля. Вот 14 апреля я анонсировал этот проект, вот написал, захожу в интересный проект, выложил ссылку, да, и анонсировал это все в открытом канале. Выложил ссылку в открытый канал. Было таких, кстати, проектов 2. Вот это второй такой публичный проект. Первый проект там небольшая доходность, 70%, проект Hubble, а вот второй проект принес 15 000%. Кто-то проигнорировал это все, кто-то зашел, и всех поздравляю, кому посчастливилось получить токены данного проекта. То есть он был в открытом доступе, в открытом канале, первая ссылка в описании, открытый канал, тот, кто не пропустил, красавчики. В основном в таких проектах мы участвуем в закрытом канале, вот это репост из закрытого канала. И там много таких проектов, в закрытом канале есть подробные инструкции, но есть и открытые проекты, вы тоже можете в них участвовать. В общем, ничего сейчас не нужно пропускать, сейчас такой мир, да, вы не знаете, выстрелит это, не выстрелит, в общем, есть какая-то движуха, залетаем. Вообще прикол всех тем, которые на хайпе, в том, что очень крутое соотношение рисков, да, вот вы можете вложить мало и заработать очень много, да, вы можете потерять.
но вы можете заработать очень много. Вот прикол всех этих движух, которые вот на хайпе. Смотрите, я подробнее рассказал об этом всем, как это все работает, в ежемесячном инвестиционном выпуске на канале InStarting Invest. Кто не подписался, подписывайтесь. Третья ссылка в описании. Вот, в 22-м ежемесячном выпуске я рассказал, как это все работает. Это видео не об этом. В таких видео я обсуждаю тренды и показываю, куда двигаюсь я и вообще куда движется мир. Вот и все. А подробностей, конечно же, очень много, в этом всем нужно разбираться. Но сейчас такой мир, что в этом всем разобраться очень просто, есть интернет. И это все очень быстро взлетает, очень быстро это все взлетает, потому что, опять же, интернет, эта вся информация распространяется со скоростью, блин, света. Все настолько быстро, все там перерепостили, все шумиха, хайп, все, все полетело. Вот проект Stepn, смотрите, да, с 15 центов улетел на 3 доллара, почти на 3 доллара. Вот проект StepUp сейчас, да, вот цена 66 центов, вот тоже с 15 центов, да. Конечно же, еще не предел, я жду, что цена будет выше доллара. Да, конечно же, успех проекта Stepn не гарантирует, что вот проект StepUp будет таким же успешным. Вообще, вся эта тема, вы должны понимать, очень-очень быстро сдуется, так же, как она взлетела, она также очень быстро сдуется. Но смотрите, да, какие цифры. Вот меня по-прежнему, да, до сих пор меня шокируют эти цифры. Вложил 1300 долларов, и сейчас у меня 180 тысяч долларов. Это при том, что цена на токен 60 центов. 66 центов. Вот, кстати, какая цена покупки. Видите, 0.049, когда ты участвуешь в IDO. И поэтому такая доходность, да, 14 тысяч процентов. Но смотрите, цена пока 0.66, почти 70 центов, у меня 265 тысяч токенов. Если цена будет 1 доллар, у меня будет 265 тысяч. Если цена будет 2 доллара, моя 1000 превратится в полмиллиона долларов. В пол, блин, миллиона долларов, представляете? А если цена на токен будет 3 доллара, моя 1000 превратится в 750 тысяч долларов. В общем, добро пожаловать в новую реальность. Следите за этим всем в моем открытом телеграм-канале. Первая ссылка в описании. Еще смотрите, какую мы придумали пользу для вас. Недавно вот что мы делали, да? Люди задавали вопросы свои в комментариях, и на самые топовые комментарии мы отвечали голосовыми сообщениями в открытом канале. Также я хочу сделать и под этим роликом. В общем, задавайте вопросы, лайкайте те комменты, на которые вы хотите получить ответ, либо пишите свой коммент, может быть, его залайкают, если прям очень актуальный вопрос. И я отвечу на два самых популярных комментария, которые будут в топе. Вот в открытом канале вот я запущу вот комментарий и в голосовом сообщении запишу голосовое сообщение, развернутое, дам ответ на этот вопрос. Вот у нас был, например, ответ, где вести учет, да, где вести учет, и вот я написал, какими приложениями я пользуюсь, да, где я отслеживаю свои акции, где я отслеживаю свою криптовалюту. Кстати, вот эта запись сделана на сайте вот CoinMarketCap. Здесь у меня портфели по крипте. Вам нужно зарегистрироваться. Здесь, видите, есть портфель, и вы можете добавить транзакцию. Ребята, это просто запись, это не сделка, это просто я записал свою сделку, чтобы посмотреть доходность. Вот здесь у меня криптопортфель на этом сайте. Также есть приложение. А вот, например, акции я записываю в приложение InvestFolio. Сюда, кстати, тоже можно записывать и крипту. Но это приложение доступно только на Android. В общем, ребята, задавайте вопросы. И на самые топовые я отвечу в открытом канале. Первая ссылка в описании. Это что касается пользы в открытом канале. По поводу закрытого канала. Как и обещал, мы добавили вот первый курс. Первый курс по биткоину. На следующей неделе, я надеюсь, мы добавим курс по DeFi. Также я хочу договориться с Маргуланом, чтобы он разрешил мне добавить его курсы в наш закрытый канал. В общем, я хочу вот добавлять курсы на регулярной основе. Этот курс уже доступен, вот курс Bitcoin Profi, участникам закрытого канала. Все бесплатно. Я вот хочу, чтобы у меня в закрытом канале была максимальная ценность там на сотни тысяч долларов. Напоминаю, что фишка моего закрытого канала в том, что я сделал доступ пожизненный. Вы платите один раз, а материалы добавляются, 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 ценность растет, а вы заплатили только один раз. Никаких подписок на месяц, на 3 месяца, там, на год. Я эту всю херню убрал.
Вот такой вот сделал уникальный продукт. В общем, в закрытом канале у нас и сигналы, и все мои сделки, и видеоинструкции, что еще, общение с командой, что еще, вот добавляем курсы, мои голосовые сообщения. В общем, все это я засунул в закрытый канал. А тот, кто это все хейтит, покажите мне хоть один продукт, где собрано столько ценностей и за такую стоимость. И плюс пожизненно, никаких нахрен подписок. Потому что вот один этот продукт по биткоину стоит там $500. А таких продуктов у меня будет очень много. Я буду добавлять и добавлять. И прикол в том, что раньше, по-моему, самая минимальная цена была $150. И человек, который купил доступ за $150, пользуются теми же привилегиями, что и новые участники. Для него также вот доступен этот курс. То есть заплатил один раз, а пользуется всеми плюшками. В общем, вот такая вот концепция моего закрытого канала. Вот в каком мы направлении двигаемся. Кстати, вот те, кто говорят, вот ты достал уже об этом всем рассказывать. Ребята, учитесь. Смотрите, да, вот как я, можно сказать, выстраиваю это все. Смотрите на это все, тут же можно научиться, да. Вот я проанализировал, например, другие закрытые каналы. И я подумал, а какое у меня будет преимущество, да? Чем я буду отличаться от остальных? Вот чем я буду отличаться? Вот я взял и придумал, да, вот сделаю пожизненный доступ. Вот чем еще отличаться от остальных? Ценность буду постоянно добавлять. Постоянно добавлять. И вот у меня был случай, я был в закрытом одном канале. Вот, вступил, заплатил деньги. Ну и вот у меня возникли вопросы, и я не знал, к кому обратиться. Не было поддержки вообще. Вот, ты вступил, все, дальше делай, что хочешь. Я хотел написать, узнать, вообще нельзя никому написать. Вот такая дичь. И я себе такой подумал, а вот у меня будет поддержка. Круглосуточная поддержка. По любому вопросу пишите в любое время, ответим всем в течение суток. Вот как я сделал. Есть у кого-то такое? Да, сейчас тоже многие делают поддержку, внедряют в свои закрытые каналы. Вот, ребята, учитесь, учитесь этому. Если у вас есть там какой-то, не знаю, бизнес, и у вас там нет поддержки, сейчас вообще поддержка это основное. Блин, у нас есть поддержка, вообще общая поддержка, которая не в закрытом канале, вообще общая поддержка. То есть вы сейчас, конкретно вы, можете написать нам по любому вопросу, и мы вам ответим. В течение суток. Стараемся отвечать в течение суток. Вопросов очень много. Люди пишут, понятное дело, по всем вопросам. В общем, вы можете написать нам сейчас в любое время. Я эту поддержку оставляю в закрепленном комментарии, также вот в описании. Вот эта поддержка, наша официальная поддержка в Телеграме, Instarming Support. Вот вы можете написать по любому вопросу. А в закрытом канале вы можете писать прям конкретно нашей команде. Прям Диме вы можете написать, там Максиму, прям конкретно можете им написать. Опять же, ребята, простейшие принципы. Вот у вас есть, например, свой интернет-магазин. Посмотрели, что у конкурентов нет, добавили себе. Все. Вот ваши конкурентные преимущества. Посмотрели, этого у них нет, а у меня это будет. И вы будете расти, и люди будут идти к вам. Потому что у конкурента этого нет, у вас это есть. Вы стараетесь, вы работаете для людей, вот и все. Ну, такие простые истины, этим просто нужно пользоваться, и все. Так, ребята, двигаемся дальше, я немного отвлекся от темы, но опять же, со всего извлекайте пользу. Скажу еще раз на этом канале, что я продолжаю переходить в крипту. Я продолжаю накапливать биткоин, вот уже у меня 5.39 биткоинов. Я считаю, что за криптой будущее. Я вам уже это повторял. Я продолжаю двигаться в этом направлении. Вот смотрите, в марте еще 2021 года насчитывалось более 101 миллиона пользователей крипты. Сейчас, ребята, 300 миллионов. Сейчас, ребята, 300 миллионов. Вот смотрите, в Азии 160 миллионов. Прибыль тоже растет. Согласно отчету, инвесторы получили общую прибыль в размере $162 миллиарда в 2021 году по сравнению с 30 миллиардами в 2020. Вот в 5 с чем-то раз, да, выросла прибыль. И так как я покупаю биткоин, понятное дело, я верю в биткоин, иначе бы я его не покупал, и по-прежнему верю, что цена будет $1 миллион
за один биткоин. Вполне реально, да, что биткоин достигнет 1 миллиона к концу десятилетия из-за неэффективной денежно-кредитной политики США и ЕС. А вот санкции против России из-за войны в Украине усугубят ситуацию. Вообще сейчас вся эта ситуация очень сильно повлияло на все это. И вот ребята активно переходят в крипту. Не только там, да, миллиардеры, которые попали под санкции. И вот у них были счета там где-то на 50 миллионов долларов. И все, и у них нет уже этих денег. И обычные люди также переходят в крипту, потому что вот сейчас, да, запрещены валютные операции. Ты не можешь, если у тебя деньги есть в банке, ты не можешь их перевести в доллары. Твоя валюта обесценивается. Людям это нахрен не нравится. Твои деньги могут в любой момент заморозить. Нужны какие-то там разрешения. Людям это не нравится. Мне это очень не нравится. И поэтому я активно перехожу в крипту. Вот наткнулся на один интересный график по поводу принятия крипты. Вот смотрите, где мы находимся вот сейчас, да. И вот что может произойти через сколько? Через 30 лет, да, к 2050 году. Ну и напомню вам, что все работает по пирамидальной структуре. Вы должны это понимать. Все зависит от людей, все зависит от веры людей. Верят они, надо им это, все будет хорошо. Если это завтра никому не надо, вот что произойдет. Никто не хочет покупать, все, всем пофиг, вот цена обрушилась. Никто не готов платить вот такие деньги, да, за Netflix. Да, вот здесь написали, крипта это скам. Да, люди потеряют все свои вложения, да. Не обязательно, да, на крипте потерять. Можно и вот на Netflix потерять. Вот 75% можно потерять на акциях. Поймите просто специфику, как это все работает. Вот, смотрите, эта новость очень хорошо все это иллюстрирует. NFT первого твита Джека Дорси, купленный год назад за 3 миллиона долларов, выставили на продажу за 48 миллионов долларов. А вот сколько предлагают люди. Вот, максимальная цена 30 тысяч долларов, 27 тысяч долларов. Вот, смотрите, кто-то вот предлагает 4 бакса, 5 баксов. Вот, все. Сегодня это стоит 50 миллионов долларов, завтра это стоит 5 долларов. Вы должны это, ребята, понимать, как это все работает. Видите, сейчас это нафиг никому не надо. Вот, кто-то предлагает вот 10 эфиров за это все. Всего лишь 27 тысяч долларов. И поэтому, да, когда вот Баффет говорит у нас, что он не купил бы все биткоины в мире и за 25 долларов, да? Потому что биткоин, да, ничего не производит, да? Вот NFT-ха, да, ну она ничего не производит. Это просто хайп, это просто, ну, пустышка, да? Сегодня она стоит 10 миллионов, завтра она стоит 1 доллар. А вот с заводом, да, так не получится, да, если завод стоит, например, 50 миллионов долларов, какой-то завод, там земля, там цеха, ну, недвижка, понятное дело, там какие-то дорогие стоят эти станки, в общем, да, завтра этот завод, ну, не опустится до 10 баксов, да, вот что имеет в виду Баффет. Но крипта – это новая финансовая система. Новая финансовая система, которая заменит старую. А биткоин – это флагман, это лидер этой всей финансовой системы. И для меня биткоин – это безопасность. Да, он ничего не производит, но для меня биткоин – это безопасность. Я хочу с максимальной пользой распоряжаться своими деньгами. Я хочу максимально обезопасить свои вложения. А вот данная финансовая система таких возможностей не дает. В общем, ребята, вот такое мое мнение. Вот куда двигаюсь я, а вы анализируете и делаете выводы. На этом я буду прощаться. Все ссылочки в описании. Кто не подписан на основной канал Instarding, вот, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Открытый канал, первая ссылка в описании, там я буду отвечать на ваши вопросы. Закрытый канал, вторая ссылка в описании, кому интересно, присоединяйтесь. И, конечно же, подписывайтесь на канал
по финансам InStarting Invest. Здесь у нас новости, здесь у нас инструкции, здесь мои ежемесячные выпуски. Также вот, ребята, подписывайтесь на все остальные наши проекты. Канал с новостями, InStarting Новости, канал по мотивации, InStarting Мотивация. Также напомню, что в описании и в закрепленном комментарии вы найдете ссылку на нашу поддержку. И можете написать нам по любому вопросу. Ответим всем. Ну и предупреждаю, что под моим именем в сети очень много мошенников. Они выдают себя за меня, за ребят из моей команды. Не ведитесь на это все. Они напишут вам первыми. Если вам написали, это сразу же развод. И что-то предлагают там заработать, купить что-то там за $10, вложить там 1000, заработать 100 тысяч. Это сразу же развод. Все мои ссылки оригинальные в описании. Ну и по традиции всех люблю, целую, крепко обнимаю. Всем больших денег. Пока.